Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life is my life. И сегодня замечательная пятница. Замечательная по нескольким причинам. Утро началось с того, что светит солнышко, теплый день. У нас сегодня 24 градуса. И это вообще так тепло, мы вернулись в лето. И все очень классно. Но еще она более замечательная, потому что мы проснулись. А нас у вас, вас у нас. 1000 подписчиков и даже больше. Вот. И, в общем, телефон был засыпан уведомлениями с поздравлениями. И сначала я думал, что их будет не так много, как оказалось на самом деле. Я думал, что мы будем делать это видео и зачитаем прямо фамилии, кто нас поздравил. Но дело в том, что если мы начнем зачитывать фамилию каждого подписчика, то получится, что наше видео растянется минут так, наверное, на 40. Потому что, ну, очень-очень много кто поздравил нас с этой цифрой. Это очень приятно, потому что вы смотрите, потому что вы подписываетесь, потому что вы следите за развитием нашего канала. Как бы это так получается, все взаимосвязано. Мы что-то делаем для того, чтобы показать. Вы это смотрите. Вы начинаете интересоваться не только какими-то внешними вопросами, скажем, а и нашей судьбой, как мы что-то делали. Задают очень много вопросов, как мы жили раньше. Многие заинтересовались нашей жизнью в деревне. Кто-то спросил, один из подписчиков написал, что мы вообще авантюристы и того попробовали. Ну, в общем-то, попали в точку, потому что мы даже сами так себя называли, когда переезжали в деревню. Вот, поэтому мы очень благодарны за поздравления. Это действительно теплые слова, которые приятно слышать. Спасибо, что вы подписываетесь на наш канал, потому что если бы вам было неинтересно, вы не подписывались, то, наверное, мы бы уже давно остановились и просто делали какое-то архивно-домашнее видео. Ну, скорее всего, наверное, бы канал не закрылся, он бы продолжал работать, мы бы выкладывали видео, но это было бы, наверное, не так интересно, как это происходит сейчас. Есть какие-то вопросы, есть какие-то пожелания, чтобы мы сняли то-то и то-то. Как-то нескладно я говорю от волнения. Ну, как есть. Ну, все. Что ты хочешь сказать, моя любовь? Всем спасибо, кто подписывается и поддерживает нас, и за все ваши теплые слова. Большое спасибо. А на самом деле я хочу еще добавить, по статистике наш канал смотрит, сегодня утром я смотрел, на сегодняшнее утро, на наш канал зашло и так или иначе посмотрело в большей или в меньшей степени каждое видео более 12,5 тысяч человек. То есть, если вы сейчас смотрите это видео, подпишитесь, пожалуйста. И у нас будет 12 тысяч подписчиков, а может даже и больше. Вот. Ну, вот вроде бы и все. Я сейчас добавлю немножко истории развития нашего канала. В цифрах будет видно, когда мы начали, как подписчики приходили, как это случилось сегодня ночью.
хотели проследить, кто будет моим подписчиком, но это не получилось, потому что YouTube может показать только тех подписчиков, которые не скрывают свои определенные данные, и поэтому, когда я увидел, что у нас 1000 подписчиков, включил компьютер, посмотрел статистику по подписчикам, их имена, то был виден только подписчик, который подписался на тот момент 22 часа назад. То есть его номер мог быть где-то 950, 970. Вот. И, к сожалению, тысячный подписчик, он хоть и имеет имя в YouTube, он может оставлять имена, вернее, комментарии со своим именем, но мы не можем увидеть его как номер, потому что он скрывает свои данные, типа, о своих подписках. Ну, это право каждого на, так сказать, на свою территорию, на свою личную информацию. Это же не обязательно делиться или не делиться, но просто было бы интересно знать, кто был тысячным. Все, спасибо, что вы были с нами. Кто сейчас просто в гостях, подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Мы будем стараться записывать какие-то интересные истории, но в большей степени у нас будут... наш контент будет следующим. То есть мы будем записывать то, как мы живем. Мы будем делиться своим опытом. Мы будем отвечать на ваши вопросы. И на самые большие вопросы, которые, ну, на которые нельзя отписаться, такие объемные, на те вопросы, которые чаще всего повторяются, мы будем снимать специальные видео «Вопрос-ответ» с таким названием, как люди, как кто-то из вас что-то просит. Наверное, все. Все? Оставайтесь с нами на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Подписывайтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии. Чем больше комментариев, тем больше ответов. Мы не сразу можем ответить на все комментарии, потому что их много, и не всегда бывает время присесть за компьютер и пописать ответы. Но так или иначе мы можем ответить через день или через два, или через неделю сделать видеопослание, видеоответ. Все, до встречи на нашем канале. Хорошего дня. Хорошего дня, хорошего настроения. Бай-бай. Пока-пока. Вот я в двух местах губы облизываю.